цены на алмазы посмотрим. Следующий год ряд аналитиков и экспертов считают, что возможна небольшая коррекция, потому что рынок сильно разогрелся в этом году. Потребительский спрос запаздывает. В любом случае мы социалку сохраняем, инвест-программу сохраняем. Нам важно сохранять устойчивость, выполнять все наши производственные и социальные программы. Поэтому в целом считаем, что следующий год будет неплохой, но нам нужно будет больше объем работ производить, нам нужно будет много заниматься ремонтами, нам нужно будет много строить.